Давай, всем привет. Мы пришли в кафешку с Алексом. И мы все четверо. И прикольно, что... А, кстати сказать, сегодня воскресенье, надо было с этого начать. И тут столько народа вообще, очень много. Забито все. Да, не говори, все забито. Мы подождали очередь, сели за столик, вот сделали заказ. И Алекс тоже делал заказ, кричал прямо, я делаю заказ. И вот ему принесли фрукты, довольный. Он попросил. Алекс, скажи привет всем. Скажи привет. Всем привет. Молодец, Алекс. Привет. Всем привет. От Алекса. Он у нас сегодня очень празднично нарядился, смотри. Покажи, какой у него пиджачочек. Мы тут недавно мультик посмотрели. Босс-молокосос. Босс-молокосос. Название не очень хорошее. Ну, в общем, нас он очень прикольнул. Не говори. Над Алексом смеемся. А вот, кстати, мы рядом с кухней сидим. Да? Ага. Еле-еле я заказала маме мне одно и то же, потому что не знала, что заказать. Бедная, выбирала. О, меню наши все остались вон там. Так, ну что мы заказали? Я кофе пью, печу пьешь воду, Алекс молоко и фрукты точит. Давай сейчас повыплевывает все. Фу, гадость какая. Алекс, давай сюда, кидай. Молодец. Ну вот такие вот дела. Хотели снять трансуху, но не получилось у нас. Ну, ничего, видео снимем. Сидим, ждем еду. Сначала было весело, а теперь я удивляться стала. Такими огромными подносами носят еду или разносами. Как? Сейчас нам принесут еду. Тут у нас и так уже места нет на столе. Я не знаю, что у нас будут делать. А что у нас будет много еды? Мам, ну считай, 3 тарелки для взрослого человека. Плюс еще у нас с тобой блины. Господи, куда ты столько заказывала? Ну, это приходит с этим. Я что, заказывала отдельно что-то? Хей, Алекс. Мами. Кушай фуд. Это дыня, да, Наташа? Угу. Вкусная ананас, дыню и виноград ему положили. Я хотела показать, у нас Алекс сказал, что он all done, и бабушка тут же его вытащила. Да, all done, все, он наелся, фрукты съел, все, он готов. Все, ему больше ничего не надо, всем надо уходить. Ой, пусть здоров, bless you. Он любит, когда ему говорят bless you. А он сам всем говорит bless you. Алекс, bless you. Что надо сказать? What do you need to say? А что еще кому надо сказать thank you? Алекс. Алекс, you need to say thank you, Baba. Thank you, Baba. Вот нам принесли еду. Какой завтрак. Обожгли немножко сосиски. Но... Надо им сказать, пусть они их убирают. Ну, скажем обязательно. Сейчас Алексу тоже дадим еду. И вот у нас еще блины. А, блины, масло целая гора, тонна. Да, не говори. Ладно, всем приятного аппетита. Когда-то смотрела фильмы, и там американцы ходят завтракать, и они кушают вот эти панкейки и поливают кленовым сиропом. И обалдеть, я сейчас сижу, кушаю этот панкейк, и это, конечно, не мечта моей жизни. И поливаю кленовым сиропом. Ты, короче, в фильме находишься. Да, я оказалась в фильме. Сейчас я его буду пробовать. Меня зачем снимаешь? Ну ты красотка сегодня. Ну конечно. Ты так, видео снимаешь? Да, мы поели, покусили. Теперь что мы захотели? Теперь развлечений захотели. Опять жрачка? Да какая жрачка, просто приехали. Муж мой захотел купить новый фильм. Наташ, купи, пожалуйста, слайс из пармезана. Давай попробуем. Ты видео записываешь? Ну, конечно. Купи слайсы из пармезана. Будем лук делать. Так мы все пойдем. Ты не хочешь идти? Почему? Пойдем.